23 августа 2011 года. В городах Соединенных Штатов Америки начинается паника. Два сильных землетрясения повергли в шок не только простых людей, но и специалистов. Ведь это просто невозможно. Районы не являлись сейсмически опасными. Это землетрясение случилось там, где обычно вообще не бывает подобных катаклизмов. С разницей в 12 часов сразу два подземных удара. В Колорадо и Вирджинии, на разных концах страны. Оба мощностью в 5 баллов. Такого здесь не видели больше века. Толчки чувствовались и в столице США. И даже в постаменте символа Северной Америки, монумента Джорджа Вашингтона, появилась трещина. Что это за странное явление? Есть ли ему научное объяснение? А может, просто случайность, каприз природы? Эту версию поспешили озвучить власти США. Однако ученые сразу высказали сомнения. Таких совпадений, да еще в столь спокойных районах, не бывает. Геологическая картина этого района, там нет ни сочленения тектонических плит, там нет ни зоны трещиноватости, там нет старых действующих вулканов, которые могут приводить к подвижке там, определенных слоев Земли, в результате которых возникает землетрясение. Но эти районы, они с точки зрения геологии достаточно пассивны и спокойны. Вскоре в сети появилось видео, снятое туристами за несколько часов до землетрясения в Вирджинии. И эти кадры вызвали еще больше вопросов у специалистов. Что это за странные звуки? И связаны ли они как-то с разгулом стихии? Или же природа здесь совсем ни при чем? Ни с того, ни с сего начинается землетрясение. Ну, конечно, на что это похоже, простите? На работу какой-то машины. Неужели землетрясения были рукотворными? Возможно ли это в принципе? И кто автор адского плана? Нам удалось найти в Америке человека, который состоит в самой секретной организации. И он лично знает людей, которые шантажируют правительство крупнейших стран. Все это выглядит как сценарий голливудского боевика про мирового злодея, который грозится устроить конец света. Но, к сожалению, есть неопровержимые доказательства, что все это чистая правда. Смотрите прямо сейчас. Хозяева подземелья. Кто готовит военные базы для уничтожения мира? Все умрут, а они останутся. Как тайное правительство готовится уничтожить все живое? И главное, зачем? А также впервые на телевидении. Невероятные свидетельства очевидцев, документы и неопровержимые факты. Лучшие умы Третьего Рейха. Как они организовали тайное мировое правительство. И уничтожают тех, кто слишком много знает. Что за секретное общество встало на нашу защиту? Шокирующая правда. Пора раскрыть глаза, и мир станет совсем другим. Землетрясения, произошедшие 22 и 23 августа в Колорадо и Вашингтоне, на самом деле были атаками на подземные военные сооружения. Бенджамин Фулфорд, бывший издатель одного из авторитетнейших журналов во всем мире. Вот уже несколько лет он тщательно собирает информацию о так называемых подземных базах. Именно там обитает мировое зло. Эти базы были созданы как убежище на длительное время в случае ядерной войны, которая может разрушить нашу планету. Я видел видео, я встречался с людьми, которые утверждали, что видели специальный подземный поезд, ведущий из Лондона в Нью-Йорк. Что это за подземные базы? Кто их строит? Что там происходит? И главное, каким образом они могут угрожать всему человечеству? Официально строительство началось со времен Холодной войны. В случае начала ядерной войны нужно было создать все условия для проживания под землей. Поэтому строительство развернулось в огромном масштабе. Эти подземные базы стали известны узкому кругу специалистов под кодовым названием «ДАМБ». Английская аббревиатура расшифровывается как Deep Underground Military Bases, или по-другому базы военного назначения глубокого залегания. То есть это начиная от 200 метров и до километра. Это непосредственно те базы, на которых проводятся различные секретные исследования от
перспективных разработок нового вооружения, до бактериологических исследований. Информации об этих базах в открытом доступе нет никакой. Очень мало людей посвящены в эту тайну, и лишь единицы рискнули заговорить об этом. Каждому из них за свою смелость пришлось дорого заплатить. Я единственный выживший, который говорит об этом. И то, что я расскажу, вас шокирует. Это запись 1996 года. Военный инженер Филипп Шнайдер во время публичной лекции в штате Айдахо раскрывает информацию о существовании подземных сооружений. Моя главная цель — это рассказать, что на самом деле происходит на этих подземных военных базах. Это называется новый мировой порядок. Это было его последним выступлением. Через неделю тело Филиппа Шнайдера нашли в собственном доме. Полиция предположила, что он совершил самоубийство. Однако сам Филипп не раз говорил и своей семье, и друзьям. Если им сообщат о суициде, пусть знают — это ложь. На самом деле его убили. Так что же произошло? И что за смертельный секрет раскрыл военный инженер? Фил Шнайдер 17 лет проработал на американское правительство. Он был геологом и инженером на самых засекреченных базах США в зоне 51, Лос-Аламосе и на базе Дульсе. Дульсе – самая глубокая база. Она находится в 12 километрах под землей и уходит вниз на 7 уровней. Мы сделали 4 шахты, которые впоследствии должны были соединить. Моей работой, как геолога, было найти лучший способ подрыва пород. База Дульсе – одно из самых таинственных мест во всем мире. Известно, что она находится где-то на юге США. Известно также, что там в 1979 году произошел загадочный инцидент, после которого огромная база была уничтожена. С этой базой было связано очень много интересных, необычных происшествий, в том числе... На базе произошел конфликт, после которого часть базы была просто уничтожена и взорвана. Причем взорвана она была представителями военных структур США. То есть там произошел некий конфликт, в результате которого базу необходимо было уничтожить. На сайтах, посвященных внеземным цивилизациям, популярна версия, что на базе Дульсе была перестрелка с обнаруженными в недрах Земли инопланетянами. И как раз Фил Шнайдер был одним из немногих выживших свидетелей. Но что же там произошло на самом деле? Шнайдер молчал 14 лет. Но в 93-м году произошло то, что заставило его нарушить подписку о неразглашении. И он выступил с поистине шокирующими разоблачениями. На этих любительских кадрах Шнайдер и его друг Рон Раммелл. Они находятся на еще одной сверхсекретной территории. Подземной базе, которая называется «Зона 51». Мы видели нечто необычное. Увиденное там их напугало. Именно тогда они и решили рассказать миру о том, что происходит на военных базах. Фил и Рон начали собирать материалы и в 1993 году должны были выпустить книгу. Но незадолго до этого Рона Раммелла нашли мертвым в собственном доме. Полиция объявила: это суицид. Рон Раммелл был обнаружен у себя дома с огнестрельным ранением. И факты указывали на то, что он совершил самоубийство. Между тем, ряд обстоятельств свидетельствует о том, что вряд ли это можно утверждать категорически. Дело в том, что на пистолете отсутствовали капли крови, которые указывают на близкий выстрел. Кроме того, на нем же отсутствовали отпечатки Рона Раммелла. Позже была найдена и предсмертная записка. Независимая графологическая экспертиза показала, ее написал левша, хотя сам Раммелл был правшой. И именно тогда, после смерти друга, Шнайдер решил выступить и рассказать всю правду. Хоть и говорят, что дело закрыто, я уверен, что это было убийство, и его убийцы разгуливают на свободе. Кто же убил Рона Раммелла? И главное, что они со Шнайдером смогли узнать? За какую тайну им пришлось заплатить самую высокую цену? И Шнайдер, и Раммелл принадлежали к одной компании и работали на одного заказчика, и также являлись носителями определенных секретов, которые не подлежали публичному распространению. За 2 года Шнайдер дал 30 лекций и объехал весь мир. Он начал рассказывать о подземных военных базах, чьи размеры потрясают воображение. Эти базы размером с большие города. Их соединяют скоростные поезда на магнитной подвеске. У них есть специальная техника, которая роет эти города. Скорость передвижения 14 километров в день.
На строительство этих баз уходят огромные средства. И для этих целей существует так называемый «черный бюджет». Черный бюджет – это секретный бюджет. Четверть ВВП США. Около триллиона долларов тратится на теневые программы, такие как подземные военные базы. Всего сейчас построено 129 баз, и это только в США. Всего в мире, по заявлениям Шнайдера, уже построено 1500 подземных баз. Кому они нужны и для каких целей? Информация об этом тщательно охраняется. И сам Шнайдер был не раз на волосок от смерти. За время его лекционного тура на него было совершено 13 покушений. Я не хочу хвалиться, но у меня пулевое ранение в плечо. Это была его последняя лекция. Через два месяца, 17 января 1996 года, Шнайдера нашли мертвым. Официальной причиной смерти стал сердечный приступ. Однако патологоанатом, который проводил вскрытие, вскоре заявил, на теле есть странные следы. Данные указывают на то, что он был обнаружен у себя дома, около фортепиано. На шее у него в качестве удавки была одна из струн этого фортепиано, а на теле следствие установило ряд прижизненных телесных повреждений, которые указывают на то, что, по всей видимости, его могли перед смертью пытать. Но кто мог это сделать? И зачем? Ведь завеса секретности уже частично приоткрыта. На той же последней лекции перед смертью Филипп Шнайдер объявил, его совместный труд с Роном Раммелом наконец закончен, и книга скоро выйдет. В ней будет раскрыта тайна подземных городов. Меня это очень беспокоит. Есть люди, которые врут правительству, которые отказываются говорить правду о назначении этих баз. Шнайдер погиб при очень странных обстоятельствах. Сердечный приступ со следами удавки на шее. Его последний труд, который должен был стать сенсацией, исчез. Но что же он хотел поведать всему миру? Смерть Фила Шнайдера и Рона Раммела охладила пыл всех, кто собирался говорить об этом, потому что все поняли, их попросту могут убить. По словам еще одного информатора, бывшего канадского офицера, который скрывает свое имя, с 1946 года более 3000 человек были убиты за то, что пытались рассказать об этих подземных базах. И почти всегда причина смерти была очень странной. С этими исследователями, учеными происходили или несчастные случаи, или они там погибали при загадочных обстоятельствах. Вопросов очень много. Загадочные землетрясения, убийства инженеров и ученых, невероятные слухи об инопланетных технологиях. Ответы могут полностью изменить нашу цивилизацию, нашу историю и наше будущее. Но кто может сказать, что на самом деле происходит в этих подземных городах? История этих городов очень странная. И нужно знать, что есть технологии, которые от нас скрывали, и благодаря которым удалось построить эти города. Нам удалось найти человека, который своими глазами видел то, во что, кажется, невозможно поверить. 30 марта 2014 года в национальном парке Йеллоустоун в штате Вайоминг было зафиксировано движение магмы силой 4,8 балла. Этому, на первый взгляд, рядовому событию не стоило бы придавать значение, если бы не одно «но». Именно здесь находится самый большой в мире вулкан, жерло которого в 4 раза больше площади Нью-Йорка. И в случае извержения человечество будет уничтожено. Выживет 1 из 1000. Вся поверхность планеты будет покрыта 15-сантиметровым слоем лавы. Среднегодовая температура упадет на 21 градус, а видимость не будет превышать 20 сантиметров. Это будет конец человеческой расы. Но кто же может спровоцировать конец света? И самое главное, зачем? Ответ на этот вопрос вы узнаете чуть позже. Представьте себе машину, которая ползет под землей со скоростью 12 км в день, перемалывая все на своем пути. Такой гигантский подземный кран. Представьте, гигантский бур, который плавит камни, а в его сердце компактный ядерный реактор с жидким литием. Скорость вот этого подземного бура, подземного крота, порядка 11-12 километров в сутки.
Прорывает он при этом тоннель диаметром порядка 12 метров. Похоже на сюжет из научной фантастики. Но этот бур – реальная разработка. Он был создан в секретной лаборатории Лос-Аламос на юге США. И его запатентовали еще в 70-е. Именно такая техника строит под землей города невероятных размеров. Однако об этих гигантских сооружениях есть только крупицы информации. Та информация, которая распространяется в течение там, последних 10 лет, говорит о том, что практически вся территория Соединенных Штатов под землей покрыта сетью подземных тоннелей и подземных убежищ. Американский журналист Дэвид Уилкок много лет потратил на изучение подземных баз. Он провел собственные расследования, и его результаты – настоящая сенсация. Это звучит невероятно, но Уилкок нашел людей, которые сами побывали в этих секретных городах. Они видели все своими глазами. Там есть небоскребы, дороги, здания, автомобили, которые, между прочим, не сжигают газ. Они используют свободную энергию, электромобили. В этих городах нет загрязнения. Я спрашивал, на самом ли деле там чувствуешь себя так же, как снаружи, как будто ты на поверхности? Они отвечали, но, честно говоря, чувствуется, что все это не настоящее. Уилкоку удалось установить. Базы строились на месте огромных пещер. Они используют, если могут найти, глубокие натуральные подземные пещеры, через которые протекает вода. Они создают из них прекрасные реки и озера. Там также есть и деревья, и птицы. В общем, все, что есть на поверхности Земли. На одной такой базе может проживать 60 тысяч человек. Все сооружения связаны между собой. И если знать, какое количество таких городов уже построено, станет понятен масштаб этого подземного мира. Если говорить о количестве объектов, вот этих вот дамс, объекты глубокого залегания, подземные вот непонятные или военные сооружения, или научные лаборатории, по некоторым данным, в мире их насчитывается порядка 1500 штук или 1500 таких объектов. По ним ходят скоростные поезда, чуть ли там не со скоростью звука, порядка там 1000-1500 километров в час. Эти базы уходят под землю на 7, а то и больше уровней. Все они построены по одному проекту. Самое большое убежище – это аэропорт Денвер. Действительно, убежище колоссальных размеров, где есть и подземные города, подземные заводы, даже подземные теплицы для того, чтобы элита там смогла укрыться и, так сказать, потреблять свежие овощи. На весь проект тратятся просто гигантские деньги – триллионы долларов в год. Но кто их выделяет? Правительство США или американские сенаторы в таком же неведении, как и все остальные налогоплательщики? Это объекты военного назначения глубокого залегания. В большинстве случаев, практически всегда, строят на деньги теневого правительства или на теневой бюджет, так называемых. В Америке эта цифра достигает порядка 31-33%, что составляет от общего бюджета годового порядка 2-3 триллионов долларов. Совершенно невообразимая гигантская сумма. Источники утверждают, что есть некая секретная команда, в которую входят ученые, шпионы, военные, бизнесмены, банкиры, финансисты всего мира. Они не подчиняются ни одному правительству. Их деятельность охватывает все страны. Имя этой организации дал бывший полковник ВВС США Флетчер Праути. С 1955 по 1963 год Праути был связующим звеном между Центральным разведывательным управлением и Министерством обороны. Его уникальное положение давало ему доступ ко всей секретной информации. Он был очень высокопоставленным. Он был главой Объединенного комитета начальников штабов правительства Соединенных Штатов. Глава комитета. Это значит, он управлял всеми начальниками штабов, ну то есть был военным начальником под номером один в Америке. В 1973 году он издал книгу, в которой попытался донести свою мысль. «Секретная команда. Вот кто управляет миром». My
Она имеет мощные связи в десятках стран. Секретная команда свергает и влияет на правительство практически по всему миру. В основе стоят члены ЦРУ из Совета национальной безопасности и различные военные и гражданские чиновники, разведчики, бизнесмены и ученые. Это реальная структура власти, которую можно сравнить с расползающимся осьминогом. По мнению Праути, президент Джон Кеннеди был убит как раз по приказу секретной команды. А все из-за того, что национальный лидер хотел ограничить власть ЦРУ, с которым тогда была связана секретная команда. Власть ЦРУ зиждется на доступе к секретной и разведывательной информации, а также возможностях пользоваться самыми современными системами коммуникации в мире, глобальными транспортными системами, оружием всех видов. Кроме того, они сотрудничают с бизнесом, и таким образом, с помощью денег, влияния и ресурсов, они могут манипулировать властью. О секретной команде говорил еще предшественник Кеннеди Дуайт Эйзенхауэр. В 1961 году, в своем последнем выступлении перед нацией, он заявил, что опасается группы влиятельных военных. В наших правительственных структурах мы должны быть начеку, предотвращая необоснованное влияние военно-промышленного комплекса. Мы никогда не должны позволить этому союзу подвергнуть опасности наши свободы и демократические процессы. Как же получилось, что американские военные оказались замешаны в мировой заговор? Ответ стал настоящей сенсацией. Сразу после Второй мировой войны был совершен гигантский технологический скачок в американском военно-промышленном комплексе. Ходило много слухов, что причиной тому стали передовые разработки немецких ученых. Высокие технологии Третьего рейха интересовали всех. То есть в первую очередь, конечно, разумеется, они интересовали американцев. Естественно, они интересовали и французов, и англичан. В августе 1945 года президент США Гарри Трумэн объявил о начале специальной операции «Скрепка». Ее цель – вывести лучшие умы Германии в Америку, чтобы их не мог использовать Советский Союз. Смысл этого всего был связан с изъятием образцов в атомной и в том числе как раз ракетной проекции Фау-1, Фау-2, Фау-3 там, и так далее. Изъятие образцов всей документации, в том числе вывоза вывоза специалистов, которые в свое время создавали фашистских специалистов. Президент был против сотрудничества с нацистами. Однако все более-менее серьезные немецкие ученые состояли в партии. Одним из них был ракетостроитель и создатель ракет Фау-2 легендарный Вернер фон Браун. А ведь фон Браун был офицером СС. И по Нюрнбергскому процессу он должен был был аресту и выдворению в камеру, в тюрьму, так как он носил черную форму сотрудника СС. Но его не тронули. На знаменитой фотографии он даже позирует рядом с Генрихом Гиммлером со свастикой на груди. Всем ученым, а их первоначально было около 1500, была составлена фальшивая биография. Каждому из них была придумана заново эта биография, и политическая, и творческая. И из этой биографии были вычеркнуты такие моменты, как, например, у Вернера фон Брауна, то, что он был бригадофюрером СС. Название операции «Скрепка» как раз и произошло от скрепок, которыми прикреплялись новые биографии ученых к их личным делам. Таким же способом в Америку попал Хубертус Стракхолд. Его называли отцом космической медицины. Однако в Германии он проводил эксперименты над людьми в Освенциме и Дахау. Подопытных помещали в камеры с низкими температурой и давлением воздуха, в результате чего многие из них погибали. Однако, прибыв в США, он сразу же получил 2 контракта от ведущих химических концернов и был назначен советником войск химзащиты армии США. Америка им обеспечивала безопасность, защиту от суда и материальное благополучие. И еще один любопытный факт. Оказывается, в основу операции «Скрепка» лег тайный список, составленный в Третьем Рейхе. Неужели нацисты заранее спланировали свое бегство? В 1943 году начальника научных исследований гестапо Вернона Озенберга попросили составить список политически благонадежных ученых.
он по заданию и Гиммлера, и военных кругов готовит список, в котором называет 15 тысяч наиболее важных инженеров, ученых, техников, необходимых для дальнейшего функционирования оборонной промышленности. И напротив каждой фамилии он ставит отметку об их лояльности режиму и о том, в какой сфере они трудятся. Весь цвет нацистской науки, а она во многих направлениях была мировым лидером, оказался в этом списке. И под номером один в нем значился Вернер фон Браун. Но как этот список попал в США? Тайный список Вернона Айзенберга был обнаружен при очень странных обстоятельствах. Его нашел лаборант одного из немецких университетов в туалете. Папка была передана британским агентам МИ-6, а затем попала в США на стол главы управления стратегических служб Уильяма Донована. Благодаря этому списку просто немцы навели спецслужбы Запада на неких исследователей, которые, в принципе, конечно, представляли интерес. Но как ценнейший список мог оказаться в столь неожиданном месте? Кто-то пытался его уничтожить? Или же была разыграна секретная операция по передаче данных? Но кто ее придумал? Сам Айзенберг или кто-то отдал ему приказ? После битвы под Сталинградом они поняли, что война затронет и Европу. Это лишь дело времени. Они начали готовиться к послевоенной кампании по захвату контроля над Соединенными Штатами. Они отправили множество ученых, журналистов, экспертов по пропаганде в Южную Америку, Южную Африку и Соединенные Штаты. Им удалось совершить убийство президента Рузвельта и поставить на его место Трумэна. Им также удалось начать холодную войну. Эта группа пыталась установить новый мировой порядок. Президент Рузвельт действительно умер внезапно, в апреле 45 года. Официальная версия – кровоизлияние в мозг. Так ли это на самом деле, мы уже никогда не узнаем. Но вот факт. Его преемник Трумэн начал операцию «Скрепка», которая так удачно спасла тысячи нацистских ученых от Нюрнбергского процесса и смертной казни. Конечно, список Айзенберга после того, как был составлен, был представлен в Рейхсканцелярию, конечно, на имя Гитлера, но фактически этот список попал к Борману. Борман погиб в мае 45-го, успев переправить всю информацию. И главное, людей, которые станут мозговым центром и будут координировать работу немецких ученых на территории других стран. Генерал-полковник СС Камлер, вот он владел этими наработками. Он исчез в неизвестном направлении. До сих пор никто не знает, где он, как выглядит. Есть три фотографии его 44-го года. Более о нем ничего не известно. Есть версии, что он ушел в Аргентину, есть версии, что он ушел в Соединенные Штаты Америки. Как бы то ни было, в США вывезенные ученые быстро наладили работу и даже обзавелись очень полезными связями в самых верхах. Надо сказать, что немецкие ученые, в общем, очень хорошо спаялись со своими, американскими коллегами. Вот, например, в частности, Вернер фон Браун известен своей дружбой с директором ФБР Эдгаром Гувером. Им была дана полная свобода действий. И первое время ученые радовали своих новых хозяев техническими прорывами. Так именно Вернер фон Браун чуть ли не с нуля создал американскую космическую программу. Его заслуга, что американцы запустили свои ракеты в космос, вывели спутники искусственной Земли, запустили первого человека, американца, в космос. Все это заслуга наработок и тех документов именно фон Брауна. Однако были у такого сотрудничества и большие минусы. Первым тревожным звонком был так называемый инцидент в Хуаресе. На одном из полигонов США проводились испытания модернизированной ФАУ-2 повышенного радиуса действия. Проектом руководил ученый из «Скрепки» Эрнст Штайнхоф. Во время тренировочного полета ракета отклонилась от заданного курса и упала в районе города Хуарес в Мексике. Штайнхоф, который мог отдать приказ уничтожить ракету в полете, почему-то этого не сделал. Некоему лейтенанту Джесселу было поручено проверить лояльность немцев
которые были привлечены к работе. И этот лейтенант, проведя допросы, написал заключение, что доверять им было бы самой грубой ошибкой. Однако им доверяли. Немецкие ученые тогда поняли, они могут продолжать заниматься собственными разработками, не ставя ни НАСА, ни американское правительство в известность о своих планах. В это время и началась работа над созданием подземных военных баз, которые потом опутали весь мир. Немцы все равно расценивали американцев как своих врагов. Это совершенно четко. И из этого следует очень много инцидентов технические, да, как бы там какие-то поломки и прочее, прочее. То есть то, что они вольно, невольно, но все-таки они саботировали американские военные программы. Они работали в первую очередь на возрождение Великой Германии. Немцы использовали технические возможности НАСА, чтобы продолжить исследования, начатые в Третьем Рейхе. Над чем работали лучшие умы Германии? Что за адскую машину они создавали? Я разговаривал с Кейл Розен, личной помощницей Вернера фон Брауна. Он не хотел умирать, не рассказав всей правды. Он рассказал ей, что существовал тайный заговор, чтобы тайное правительство могло контролировать всю планету. Тогда все взгляды были прикованы к космосу. Разве не это было идеальным прикрытием для других разработок — подземных? В 70-е годы в американской военной лаборатории в Лос-Аламосе был разработан очень интересный агрегат, проходческий комбайн, БУР такой. Основное отличие от обычных проходческих комбайнов было то, что он в качестве генераторной установки использовал большой ядерный реактор. Тот самый БУР, с помощью которого, по мнению некоторых специалистов, и создаются подземные города. Но что любопытно, работа над этой фантастической машиной началась задолго до Второй мировой войны. И первопроходцем был русский ученый. В 2003 году в прокат вышел фильм Джона Эмела «Земное ядро». По сюжету, ядро нашей планеты перестало вращаться. Чтобы спасти всех от Армагеддона, группа американских ученых и инженеров создала подземную лодку, на которой отправилась в центр Земли. На первый взгляд, безумная фантастика. Однако в 20 веке сразу несколько стран разрабатывали подземные лодки. В России жил уникальный человек, инженер Петр Рассказов, который разработал уникальную концепцию подземной подводной лодки. С этого момента он был взят под негласный оперативный контроль на территории Российской империи. И так как он не пошел на вербовку, в 1904 году Петр Рассказов был уничтожен выстрелом из пистолета. И все это было замаскировано под революционные события на улице. Разработкой идеи продолжил заниматься Александр Тереблев. И именно с его именем сегодня связывается проект подземного крота. Еще до начала Второй мировой войны ученый не раз ездил в Германию, чтобы поделиться опытом с немецкими коллегами. Немцы очень активно заинтересовались этой работой. В 1934 году был создан экспериментальный аппарат, который сделал фон Риттер. Проект Ридера получил название «Змей Мидгард» по имени персонажа из скандинавских легенд. Тогда, в разгар войны, практически удалось собрать первый образец подземной лодки. Однако работу прервало наступление Красной армии. При наступлении Красной армии спецподразделение СМЕРШ военной контрразведки на территории Прибалтики нашли секретные документы с чертежами вот этой подземной подводной лодки. Чертежи были отправлены в Москву, где и стали очень активно заниматься этой темой. Советские ученые увидели, что немцам удалось исправить ошибки и модернизировать проект. Их чертежи взяли на вооружение, и именно с помощью такого подземного комбайна, по мнению исследователей, впоследствии была создана гигантская секретная база на Урале. Ее называют «Белорецк-16» или «Имантау». По тем данным, которые мы знаем о Имантау, которые все равно просачиваются, как бы их не сохраняли, данный город, он предназначен на одновременное проживание порядка 300 тысяч человек. Это система тоннелей диаметром порядка 10 метров, с ответвлениями, в которых уже сделаны и гостиницы, и какие-то там технологические помещения, лаборатории.
Между тем, кое-кто из нацистских ученых оказался во Франции. Оттуда тоже приходили тревожные известия. Специалисты, которые должны были обеспечить республику собственными космическими и баллистическими ракетами, вели себя точно так же, как и в США. Пугающе независимо. В какой-то момент стало заметно, что между действиями этих ученых в разных странах наблюдается какая-то координация. То они, так сказать, притормаживали исследования в той или иной области, то попросту саботировали, то договаривались о каком-то конкретном направлении, в котором нужно идти, всем согласовано. И независимо от того, этот ученый во Франции работал или в Англии, или в Америке, они договаривались между собой. Но как удалось незаметно создать мировую сеть таких военных центров, не привлекая к себе внимания? Как удалось наладить централизованное управление? Неужели руководители США не знали, чем у них под носом занимались нацистские ученые? Четвертый президент США Эйзенхауэр отважился предупредить об этом нацию только в своей прощальной речи. Его последователь Джон Кеннеди, который хотел реформировать военно-промышленный комплекс и секретные службы, был убит. Они сколотили огромные состояния. Они могли использовать национальную безопасность, чтобы скрыть свою криминальную активность. Человек, который пытался остановить их, это был президент Кеннеди. И мы знаем, чем это закончилось. Он был убит, вероятнее всего, людьми Буша-старшего и могущественной группировкой американских нацистов, которая захватила США. год. Очередная президентская гонка в США. За место в Белом доме борются непримиримые вроде бы кандидаты. Однако республиканец Джордж Уокер Буш и сенатор-демократ Джон Керри имели между собой нечто общее. Оба были членами тайного общества «Череп и кости». Меняются лица, но поскольку все они так или иначе связаны с этим обществом «Череп и кости» или с теми же самыми корпорациями, которые финансируют обоих претендентов на президентский пост, в американской политике мало что меняется. Если бы «Череп и кости» действительно было студенческим братством, то на него не стоило бы обращать внимания. Однако члены общества – это самые влиятельные люди в Америке, элита. Отец президента Буша тоже был его участником, как и его отец, бывший сенатор Прескотт Буш. Как и 100 лет назад президент Уильям Говард Тафт. Этот список включает в себя видных служителей церкви, богатейших бизнесменов, знаменитых юристов и государственных деятелей. Один из представителей этого семейства, Бертон Рассел, был одним из главных теоретиков нового мирового порядка. И главный девиз организации «Череп и кости» — это именно новый мировой порядок. Общество «Череп и кости» существует и сегодня. Ходят слухи, что нынешний президент Барак Обама может быть его членом. Но как это может повлиять на всю мировую политику? В 1921 году в Германии во время одного из заседаний баварского парламента депутат Гаррейс сделал странное заявление. Он тряс кипой документов, в которой, по его словам, были доказательства существования заговора. Он говорил, что в скором времени его раскроют, однако спустя несколько дней Гаррейс был убит.
Преступника не нашли, и инцидент со временем забылся. А доказательств, о которых говорил депутат, так никто и не увидел. Тогда Германия только отходила от поражения в Первой мировой войне. Казалось, что амбиции страны похоронены навсегда. Однако пройдет 2 десятилетия, и она двинется на завоевание мира. После Первой мировой было принято решение разогреть националистическую пропаганду до такого уровня, чтобы в конце концов создать, так сказать, такие силы, которые смогли бы уничтожить едва только созданную Веймарскую Германию, демократическую Германию. Между двумя мировыми войнами тайные общества росли по всей Германии как грибы. Деятельность каждого дополняла деятельность других. А такое возможно только в том случае, если эти общества получали инструкции из единого центра. Членом одного из таких обществ был Мартин Борман, впоследствии личный секретарь фюрера. Эта тайная группа спаслась после Второй мировой и обосновалась в других странах. Скорее всего, именно беглые нацисты организовали так называемую секретную команду. И сегодня в нее входят банкиры, журналисты, агенты разведслужб и политики всего мира. С каждым десятилетием она становится сильнее и действует активней. Но какую цель они поставили перед собой? Этот монумент называют самым загадочным памятником в мире. 4 огромные плиты. Установлены они в соответствии с годичным циклом перемещения Солнца. В центральной колонне имеется отверстие, через которое в любое время года можно увидеть полярную звезду. Но не это самое интересное. На самих плитах есть послание, написанное на 8 современных языках, в том числе и на русском. Скрижали Джорджи детально описывают, что планировала сделать эта группировка нацистов. Они предлагали присоединиться к ним, присоединиться к их плану и уничтожить 90% населения земного шара. Прежде всего, они считали, что слишком много бесполезных людей. Людей, которые только разрушают планету. Надпись состоит из 10 так называемых заповедей. И первая же гласит: пусть население Земли не превышает 500 миллионов человек. И это значит, что им придется уничтожить 6,5 миллиардов человек, чтобы добиться своей цели. Это та же самая цель, которую преследует тайное правительство – сократить количество живущих на Земле людей. Странный памятник был установлен в 1979 году, когда население Земли уже давно перевалило за этот порог. Они считали, что ради природы и сохранения окружающей среды нужно убить этих людей. Еще они мне рассказали, что у них были планы по созданию кастовой системы. Те, кто выживут, будут поделены на господ и рабов, или людей, принадлежащих к высшему сословию, и рабов. Тогда все посчитали, что это обращение к потомкам на случай ядерной войны. Спросить же было некого, так как заказчик скрижалей, некто Роберт Кристиан, пожелал остаться неизвестным. Так же, как и владелец земли, на которой памятник стоит до сих пор. Но что, если это конкретный план по очищению Земли от ненужных людей? Это новые заповеди, новые 10 заповедей говорят об установлении нового мирового порядка, создании мирового правительства, изменении нравственных ценностей, значит, и вот создании какого-то нового будущего вот по схеме тех людей, кто был заказчиком. Заказчики до сих пор так и не установлены. Последняя заповедь Скрижалей гласит: «Не будьте раковой опухолью для Земли». Существует теория, согласно которой джорджийские скрижали были созданы той самой группой нацистских ученых, завербованных США во время Второй мировой войны в рамках проекта под названием «Скрепка», чтобы обозначить свои цели. Судя по всему, истребление практически всего населения Земли для них кажется абсолютно оправданным действием. Может быть, они хотели создать новую породу людей? Действительно, это удивительным образом напоминает идеологию Третьего Рейха. Бенджамин Фулфорд — единственный человек, кто посмел бросить им вызов. Их план — создание суперрасы. Я знаю это, так как напрямую был приглашен присоединиться к ним. Однако вместо этого я выбрал противоположную сторону. Что это за противоположная сторона?
Неужели есть те, кто своей миссией выбрал борьбу с теневым правительством? Общество, о котором говорил Бенджамин Фулфорд, называется «Белый дракон». И по его словам, два землетрясения в США в 2011 году были их ударом по секретной команде. 23 августа были разрушены два огромных подземных города. Историки могут рассматривать этот момент как переломный, когда война выиграна. Произошли значимые новые события. Было разрушено еще 6 баз. Первым ударом была разрушена военная база в Вирджинии, а вторым – укрытие для элиты в Колорадо. В городе, который находился неподалеку от Вашингтона, были все книги, одежды и все необходимое для сенаторов и конгрессменов и верхушки исполнительной власти американского правительства. Они собирались сбежать в этот подземный город после того, как посеют хаос, разруху, голод и введут военное положение в США. Или укроются там в случае угрозы ядерной войны. Но на самом деле, по мнению Дэвида Уилкока, объектов было уничтожено очень много. Об этом мы не узнали, потому что подземные толчки были меньшей мощности. Мы выяснили, всего было уничтожено 26 подземных городов за короткий период времени, начиная с 31 августа 2011 года и до самого окончания этого года. По словам Бенджамина Фулфорда, с этих атак на подземные города и началась невидимая война. Секретной команде брошен вызов. Но что это за сила, которая не испугалась самых влиятельных людей мира? И какими средствами располагает, учитывая тот факт, что она смогла создать землетрясение? Сенсационное продолжение этой истории перевернет ваши взгляды на этот мир. Смотрите прямо сейчас. Главная тайна вечно зеленого доллара. На чем основано его благополучие и когда все рухнет? Где хранятся тонны азиатского золота? И кто предъявил на него свои права? И самое главное, что за могущественная организация бросила вызов тайному правительству? Это не миф, не легенда и не сказки. Мы покажем вам этих людей. Это будет расследование, которое перевернет все ваши представления о мире. Раннее утро 28 января 2014 года. Банковский небоскреб в центре Лондона. Только что на глазах у изумленных финансистов с высоты 150 метров выбросился человек. Тело погибшего обнаружили на крыше соседнего 9-этажного здания. Он был одет в форму банка J.P. Morgan, офис которого находится на 33-м этаже. Неужели финансист покончил с собой? Руководство банка сначала категорически отрицало все, но спустя несколько дней вынуждено было признать, да, это был их сотрудник, 39-летний Габриэл МакГи. Он занимался программным обеспечением и работал заместителем руководителя департамента технологий одного из ведущих мировых банков J.P. Morgan. Февраль 2014-го. Ровно 2 недели спустя. Опять небоскреб. Опять банк J.P. Morgan. И опять смертельный прыжок с крыши. Отличие только одно. На этот раз все происходит в Гонконге. 33-летний бухгалтер финансового департамента банка Деннис Ли, кажется, сомневается перед тем, как сделать роковой шаг. Полицейские пытаются вступить с ним в переговоры. Но все напрасно. Что происходит? Как объяснить эти синхронные прыжки? Банкиры словно под воздействием дьявольского гипноза. В смерти вот этих людей замешаны некие могущественные силы. Финансисты гибнут один за другим с декабря 2013 года. За несколько месяцев более 20 смертей. И есть те, кто утверждает, что это только начало. В руки журналистам попал черный список, в котором 43 фамилии будущих жертв. Все эти банкиры входят в список людей, которых тайное правительство хотело убить, чтобы они перестали ему мешать. Финансовый конец света не за горами.
Мир наводнен денежными банкнотами, ничем не обеспеченными ценными бумагами и поддельными облигациями. А хранилища золота пусты. Те, кто контролирует печатный станок, уже не в силах управлять мировой экономикой. Убивали всех, кто общался с полицией по поводу расследований финансовых преступлений, чтобы обезопасить себя. Кто и почему держит на прицеле банкиров? Состоится ли передел мирового финансового рынка? И какую роль в нем готовится сыграть тайное общество «Белый дракон»? Они вступили в войну с Федеральной резервной системой, причем в реальную войну, в которой были жертвы. Смотрите далее. Золотые сертификаты на астрономические суммы. Ну, вы понимаете, что такое 135 миллиардов? Кто их напечатал? Фальшивки или нет? И почему Америка отказывается платить по счетам? Ячейки складывали в сундуки, которые выглядели как старинные сундуки с сокровищами, как у пиратов. Охотники за сокровищами. Судебный иск на $1 триллион. Гибель банкиров по всему миру. Когда рухнет американский доллар? И могущественная организация, которая бросила вызов мировому правительству. Белый дракон пытается остановить войны и конфликты по всему миру. Все самое интересное прямо сейчас. Июня 2009 года в небольшом местечке Понта-Киаса на итальяно-швейцарской границе были задержаны два японских подданных. При обыске у них обнаружили ценные бумаги. Дело и так необычное, но если добавить еще один факт, становится просто сенсационным. Облигации были на сумму $134 миллиарда. О деле Понта-Киаса, именно под таким названием оно вошло в историю, возможно, так никто бы и не узнал. В базах данных итальянских пограничников нет никакого упоминания об аресте японских граждан Ямагучи и Ватанабе. Сами они бесследно исчезли. Но остались облигации. 259 ценных бумаг, эмитентом которых значилась Федеральная резервная система США. Год выпуска 1934. И это не просто ценные бумаги, а золотые сертификаты. То есть документы, подтверждающие право собственности на золото, которое хранится в Америке. Ну, вы понимаете, что такое 135 миллиардов? Это вот золотые резервы, золотовалютные резервы Российской Федерации до недавнего времени были как раз равны этой сумме. А тут вот в чемодане везут бумажные какие-то документы. Выходят, неизвестные японцы, которых сняли с поезда на границе Италии и Швейцарии, одни из самых крупных кредиторов США? Как такое возможно? Вскоре после инцидента Понта-Киаса некий банкир из Ватикана попытался обналичить в Италии ценные бумаги точно такого же номинала, но на гораздо меньшую сумму. Значит, они не были подделкой. Что же это за активы? Кому принадлежат? И как оказались в чемодане с двойным дном у японцев? Здравый рассудок подсказывает, что произойти просто... Вот просто взял человек, там, достал из сейфа 130 миллиардов долларов, да, положил в карман и пошел на улицу там покурить или купить сигарет, или там попить кофе в кафетерии. Ну, вот таких ситуаций как бы не бывает. Таким образом, стало ясно, что на горизонте новая какая-то финансовая непонятная война. Начало этой войны. Именно тогда, в 2009 году, заговорили о крупномасштабных секретных операциях финансовых кругов США. Сегодня как бы шпионы переместились в другие. Они переместились в прямом смысле слова в банки, финансовые институты, в деловые структуры. Вот там сегодня действительно принципы разведки в полной мере себя проявляют. Январь 2000 года. В джунглях Филиппин аборигены нашли обитый железом ящик. В нем облигации правительства США на сумму $25 миллиардов. Старейшины одного из племен рассказали, что в 30-х годах здесь потерпел крушение американский самолет. В нем нашли 12 таких же ящиков. Каждый был доверху набит золотыми сертификатами. Все тот же год выпуска, 1934-й. Все та же подпись министра финансов Генри Маргентау. На этом снимке юрист из Германии Артур Штерн. В июне 2010-го к нему в офис пришел представитель клиента из России, кстати, бывшего сотрудника КГБ.
Он интересовался, между прочим, как обналичить золотой сертификат Федеральной резервной системы США. Номинал – 100 миллионов долларов, плюс страховка – 25 миллионов. Плюс купоны, дающие право на получение 4% прибыли в течение 30 лет. Общая сумма долга даже по одной облигации получалась астрономической – 232 миллиона. Между тем, по словам визитера, у его тайного клиента 250 таких облигаций. Итого больше 50 миллиардов долларов. И ведь это не подделка. Эти бумаги находились в архивах и в сейфах генерала Серова. Был такой генерал, который одно время возглавлял Комитет государственной безопасности. Действительно, я встречал людей, которые говорили, да, мы живьем держали эти бумаги. Кто же наводнил мир тоннами американских облигаций? Как они могли оказаться в России? Почему кредиторы предъявляют свои права на них именно сейчас? И существует ли на самом деле золото, которым обеспечены все эти ценные бумаги? Сколько находится ФРС золота, не знает никто. И по данным достаточно серьезных организаций, золота там нет вообще. Первый смертельный звонок прозвенел 15 декабря 2013 года. В этот день в Нью-Йорке от внезапного сердечного приступа скончался 34-летний Джейсон Салайс, специалист по информационным технологиям. Салайс, по словам друзей, обожал свою семью, бейсбол и работу в банке J.P. Morgan. Примерно так же друзья вспоминали о Габриэле Мэгги, сотруднике того же банка, который прыгнул с 33-го этажа в Лондоне. Молодой, жизнерадостный, вел здоровый образ жизни, увлекался ездой на горном велосипеде, собирался поехать в Париж с любимой девушкой, но вместо этого Габриэл поднялся на крышу небоскреба и сделал шаг вниз. Следующим стал 37-летний Райан Крейн, исполнительный директор нью-йоркского офиса все того же банка. Он был найден мертвым у себя дома 3 февраля 2014 года. Причина смерти неизвестна. Газеты сообщили об инциденте лишь спустя 10 дней. К этому времени были мертвы еще несколько крупных финансистов. Майкл Дукер, главный экономист известной инвестиционной компании, бросился с моста в штате Вашингтон. Уильям Броксмит, руководитель подразделения Deutsche Bank, повесился у себя дома в Лондоне. Ричард Телли, создатель финансовой компании American Titles, закрылся в гараже и застрелился из пистолета для забивания гвоздей. Пришлось 17 раз нажать на курок. Мужчина умер, выстрелив себе в голову. 17 раз подряд. Это очень подозрительно. Их гибель представили как самоубийство. Это вполне естественное, так сказать, явление для мира капитала, потому что там не любят много шума. Деньги любят тишину. После гибели исполнительного директора Райана Крейна газеты подняли шум. Какова причина загадочной волны самоубийств? Что за неумолимая сила движет всеми этими людьми? Неурядицы в личной жизни? Проблемы в коллективе? Некоторые пытались объяснить суициды среди банкиров хроническим стрессом. Работа в лондонском Сити и на Уолл-стрит в Нью-Йорке – это убийственный рабочий график, нервы, постоянная конкуренция. Ставка больше, чем жизнь. Можно получить все и потерять самое дорогое. Это массовый психоз, вы понимаете? Вот тот самый массовый психоз, когда люди действуют не совсем осознанно. Тем более, что ведь эти самоубийства, по крайней мере, лондонские, вообще имели место в пределах банков, когда люди с одной крыши прыгали на другую крышу. Ряд экспертов увидели в смертях банкиров надвигающийся крах существующей финансовой системы, основанной на бумажных и электронных деньгах. Но так ли это? Я напомню, что сразу после того, как началась, соответственно, финансовый кризис 2008 года, только в США, соответственно, Уолл-стрит, соответственно, произошло более 1000 самоубийств. Июль 2012 года. Несколько ведущих американских банков оштрафованы на сумму 22 миллиарда долларов. Причина – махинации с кредитами.
Ноябрь 2013-го. 15 крупнейших международных банков должны уплатить штраф до 1 000 000 000 евро. Причина – нарушение на валютном рынке. Ущерб измеряется в триллионах долларов. Анализируя причины смерти банкиров, эксперты обратили внимание, гибнут сотрудники именно тех банков, которые чаще других замешаны в скандалах. Это ликвидация ненужных свидетелей. Постепенно стали всплывать любопытные подробности. Оказывается, покончившие с собой Райан Крейн и Габриэл МакГи были близко знакомы. Несмотря на то, что один работал в Нью-Йорке, а второй в Лондоне, оба имели дело с программным обеспечением очень крупных финансовых операций. У одного представителя руководящего звена сейчас приходит достаточно большое количество айтишников. Они обеспечивают основные объемы транзакций. Представляете, что такое будет, если, например, украсть финансовые данные какого-то банка? А такие опыты были, например. То есть взломать защиту и их вывести. Чем же занимались эти люди? Какими профессиональными секретами владели? И правда ли, что они получили информацию, которая стоила им жизни? Июля 2004 года. В Москве убит журналист Пол Хлебников. Главного редактора русского издания журнала Forbes расстреляли на выходе из офиса. Перед смертью он успел сообщить, что не знаком с убийцами и не знает причин нападения. Это преступление до сих пор не раскрыто. Истинные убийцы не установлены. Хотя по делу проходило еще несколько человек. Состоялся суд, на котором люди, привлекаемые в качестве подозреваемых в убийстве Пола Хлебникова, были оправданы. Хлебников занимался журналистскими расследованиями коррупционных дел. Всем хорошо известны имена его врагов в России. Пол Хлебников выпустил книгу. Эта книга была о Борисе Березовском. И в нем рассказывалось, в частности, о том, что он, не стесняясь ничего, просто нагло участвовал в приватизации строения различных предприятий в стране. Однако финансовые преступления, которые готовился разоблачить Хлебников, вовсе не ограничивались деятельностью Березовского. Цель его расследований была гораздо больше. И об этом готов рассказать коллега Хлебникова Бенджамин Фулфорд. В начале 2000-х Фулфорд, как и Хлебников, работал в журнале Forbes. Он возглавлял Тихоокеанское бюро штаб-квартирой в Токио. И на его жизнь также были совершены покушения. Прежде всего, они пытались меня убить устройством, которое вызывает сердечный приступ. Это было в метро. Конечно, они попытаются сделать еще раз. Кто хотел убить Бенджамина Фулфорда? И почему смерть Пола Хлебникова до сих пор остается загадкой? Фулфорд убежден, оба преступления – звенья одной цепи. Пол Хлебников, я знал его лично. Он много раз приезжал в Японию, и мы работали вместе. Он входил в группу исследователей общества «Белый дракон». «Белый дракон» — влиятельная международная организация, объединившая выходцев из Китая, Японии и других азиатских стран. Члены «Белого дракона» избегают публичности. Обычно от их имени выступает Фулфорд, их официальный пресс-секретарь. Но специально для нас было сделано исключение. Сейчас вы увидите человека из этой могущественной организации. «Белый дракон» пытается остановить войны и конфликты по всему миру. Это организация, которая противостоит тайному мировому правительству. Чтобы сделать это, нам понадобится что-то вроде Всемирной Конституции. Этот человек никогда прежде не давал интервью. Между тем, влияние его огромно. Чодоин Дайкоку возглавляет 7 ассоциаций восточных боевых искусств, объединяющих 190 стран. Он утверждает, что при первой же необходимости готов мобилизовать, внимание, 200 миллионов бойцов карате, дзюдо и айкидо. Главным врагом своей организации он считает международное теневое правительство. Эта группа организует теракты и конфликты по всему миру. Они используют Соединенные Штаты Америки для своих замыслов. Но управляет ими не сам президент Америки, а те люди, которые его контролируют. Я думаю, что это Джордж Буш-старший, Рокфеллер и Генри Киссинджер, а также влиятельные дипломаты и руководители банков. Расследованием преступлений тайного мирового правительства занимался Пол Хлебников. Возможно, в этом и кроется настоящая причина его гибели.
Между тем сам Бенджамин Фулфорд и сейчас не уверен в собственной безопасности. Ведь его главное расследование не окончено. И связано оно с золотыми сертификатами Федеральной резервной системы. Ноября 2011 года. Окружной суд Нью-Йорка принимает к рассмотрению необычное заявление. Сумма иска – 1 триллион долларов. Получить триллион желает группа иностранных граждан, называющих себя «Белый дракон». Их официальный представитель – Нил Фрэнсис Киннан. По утверждению самого Киннана, он оказался уполномоченным некой азиатской. Имеется в виду, наверное, Япония, видимо, имеется в виду Гонконг, видимо, имеется в виду Малайзия, некой азиатской финансовой группировки, очень мощной, очень сплощенной, очень жесткой. Он оказался лицом, уполномоченным распоряжаться очень крупной суммой денег. Список ответчиков внушает уважение. Среди них Федеральная резервная система США, Организация Объединенных Наций и ее генеральный секретарь Пан Ги Мун, а также Республика Италия. Все хотели увидеть это. И вот, наконец, иск появился. Он был на сотнях страниц, и это было невероятно. В нем приводились доказательства преступления, документальные доказательства похищения мирового золота. Группа «Белый дракон» утверждает, существует параллельный финансовый мир и так называемое «черное золото». Оно не учтено ни в одном бухгалтерском балансе. О том, что оно есть, известно лишь избранным. В 30-е годы прошлого века это золото было вывезено из азиатских стран в США и спрятано в тайниках. Группа «Белый дракон» добивается того, чтобы вернуть золото. Часть долговых обязательств хранилась у члена японской королевской семьи. Они были похищены в 2009 году. Веками золото стекалось в Китай по великому шелковому пути в обмен на изысканные товары. Сокровища, принадлежавшие династии Гоминдан, были поистине несметными. Что же заставило китайских правителей расстаться с ними? Возникла определенная угроза для того золота, которое находилось на территории Китая. Со стороны Японии. Японцы могли захватить это золото. Американцы, Министерство финансов, Федеральная резервная система предложили Чайканши перевести это золото в безопасное место, в хранилище Федеральной резервной системы, хранилище казначейства. 13 ноября 1933 года. Из Шанхая в Сан-Франциско отправляется американский военный крейсер «Хьюстон». На его борту первая партия золота, которое китайский лидер Чан Кайши втайне передал президенту Рузвельту. В 1938 году были отправлены еще 7 кораблей, груженных драгоценным металлом. Позже, к примеру Китая, последуют другие азиатские страны. Что же они получат взамен? Федеральный резерв хранил все золото у себя на счету, а этим странам выдавал ничего не стоящие купюры. Иногда одна облигация обладала номинальной стоимостью в миллиард долларов или миллион долларов за облигацию. Бумаги выглядели очень солидно. Это были золотые сертификаты на миллион, 100 миллионов и даже миллиард долларов. Они были упакованы в деревянные ящики, обитые металлическими листами. Гравировки указывали, какой банк Федерального резерва из какого города напечатал облигации. Перечислялись серийные номера. Облигации складывались в ячейки. Ячейки складывали в сундуки, которые выглядели как настоящие старинные сундуки с сокровищами, как у пиратов. Цена таких ящиков составляла около 3 триллионов долларов. По сути, это была глобальная финансовая революция. Спрятав золото в тайники, Америка ушла от золотого стандарта. Главным эквивалентом мировой экономики стал доллар. Необходимость привязки его к драгоценным металлам отпала сама собой. Заработал печатный станок Федеральной резервной системы. Основатель знаменитого банкирского клана Майер Ансин Ротшильд в свое время говорил: «Дайте мне возможность печатать деньги, и мне совершенно не важно, кто в этой стране издает законы». Однако золотые сертификаты Федерального резерва, которые по условиям договора должны были 60 лет храниться без права востребования, начали расходиться по миру.
И первым от них избавился Чан Кайши. 1925 год. Стремясь укрепить отношения с Советским Союзом, китайский лидер направляет своего сына на учебу в только что созданный в Москве коммунистический университет трудящихся Китая. Молодой Цзян Цзинго делает уверенную карьеру в Советском Союзе и даже находит там свою любовь. Женится на Фаине Вахреевой. Однако в 1937-м обрусевший китаец попадает под каток репрессий. В январе его арестовывают, а в марте того же года неожиданно высылают в Китай вместе с семьей. Говорят, за освобождение сына Чан Кайши заплатил американскими золотыми сертификатами. Часть этих бумаг Сталин получил от Чан Кайши. Сталин прекрасно понимал цену этих бумаг, человек был трезвомыслящий. Когда был подписан акт Молотова-Риббентропа в 1939 году, он просто, говорят, подарил эти бумаги Третьему рейху. Ну и на этом приключения американских ценных бумаг в Европе не закончились. После победы над Германией сертификаты в качестве трофеев вернулись в Советский Союз. А потом их копии с подачи анонимного российского клиента, бывшего сотрудника КГБ, неожиданно всплыли в офисе немецкого юриста Штерна. После Второй мировой войны держатели бумаг и владельцы азиатского золота объединились в компанию, которую возглавил тогдашний президент Индонезии Сукарно. В 1963 году Сукарно сделал попытку вернуть спрятанное в Америке золото в мировой оборот. Он подписал соглашение с президентом США Кеннеди, согласно которому оно изымалось из банковских тайников и переводилось в финансовую систему США. Средства должны были пойти на преодоление экономической отсталости стран третьего мира. В июле 1963 года Кеннеди издал известный указ о выпуске американским казначейством серебряного доллара. Это был очень хитрый, пробный шар Кеннеди, который решил вообще ограничить роль ФРС в печатании денег. Вот он сделал первый такой тихий шаг. Это было специально так и задумано. То есть приучить американцев, что отныне деньги будут печатать не Федеральная резервная система США по своему усмотрению, а Министерство финансов Соединенных Штатов. Вскоре после всех этих действий Кеннеди был убит. И многие считают, что единственное, за что его могли убить, это за то, что он пошел против Федерального резерва. При Кеннеди было введено в обращение новых банкнот почти на 4,5 миллиарда долларов. Но выстрелы в Далласе остановили этот процесс. Едва приняв присягу, преемник Кеннеди Линдон Джонсон в спешном порядке отозвал новые банкноты. Существует только один способ борьбы с Федеральной резервной системой. Это постановка вопроса о ее национализации. Джон Кеннеди мог бороться с Федеральной резервной системой. Ему с его властными полномочиями ничего не стоило этого. Он мог бы бороться, если бы было на что опереться. И вот в борьбу за это самое золото вступают наследники компании Сукарно. Они называют себя «Белый дракон». Судебный иск на триллион долларов они считают частью своей стратегии по борьбе с глобальным финансовым кризисом. Лидеров стран обманули. Эти деньги не были использованы на благо человечества или на очищение окружающей среды, на борьбу с нищетой или голодом. Все, что мы видим, это беды, которые случаются одна за другой. Белый дракон утверждает, китайское золото, спрятанное в Америке, на самом деле не пропало. Оно служит нескольким семейным кланам, и эти люди диктуют всему миру правила игры. Когда азиаты смогут обналичить эти долги, сдвинется центр мировой силы из Нью-Йорка и Евросоюза в Азию. Потому что тот, кто контролирует деньги, тот и имеет реальную власть. Если люди захотят в будущем создать какой-то проект, им придется спрашивать разрешение у Азии, а не у Нью-Йорка или Лондона. Главное последствие – перемещение мировых сил. «13 марта 2014 года. Еще один банкир с Манхэттена покончил с собой, спрыгнув с крыши. 28-летний Кеннет Биланда был потомственным финансистом. Карьеру начинал в банке J.P. Morgan, где по сей день его старший брат занимает один из руководящих постов. Среди банкиров название этого банка произносится с придыханием.
люди боятся обсуждать эту тему, и, видимо, не зря. Я хочу сказать, что так или иначе, те, кто начинает плотно сотрудничать в указанном направлении, рано или поздно почему-то погибают. Диктатура Моргана. Под таким названием вошла в учебники первая финансовая империя в истории США. Ее родоначальник Джон Пирпонт Морган – человек с необычной родословной. Основатель банкирской династии Морганов, Джон Пирпонт Морган, был дальним потомком знаменитого на весь мир по сей день пирата Генри Моргана, который в основном орудовал в Карибском море. Это был очень жестокий человек, он даже получил соответствующую кличку – «Жестокий». Пират Морган некоторое время был губернатором Ямайки, но лишился должности из-за казнократства. Его потомок Джон Морган никогда не занимал государственных постов, но при этом держал под контролем финансовые потоки из Европы в США. Жесткие методы ведения бизнеса ужасали конкурентов, но результаты восхищали. Дом Морганов обладал такой властью, что он действительно мог считать, что он мог снимать и назначать президента. Один из самых крупных финансовых кризисов в США вошел в историю как паника 1907 года. Снежный ком кризиса нарастал и превратился в лавину, когда население бросилось забирать свои вклады, и банки начали закрываться один за другим. Тогда правительство обратилось за помощью к олигарху Моргану. У него оказался под рукой необходимый запас наличности, который спас американскую экономику от краха. Возглавил борьбу с кризисом Джон Морган, который употребил даже свои личные средства, которые имели его банки, для стабилизации национальной валюты. Паника 1907 года выявила хрупкость системы частных банков. Надо было создавать федеральную резервную систему, своеобразную денежную подушку, страхующую государство от финансовых кризисов. А что такое федеральная резервная система? Это центральный банк, Центробанк США. До этого во всех ведущих, крупнейших странах Европы такие банки существовали, включая даже и Российскую империю. Но в Америке таких банков не было. И все выполняли частные банки, банки Уолл-стрита, среди которых основную роль играл финансовый дом Морганов и тесно связанный с ним финансовый капитал Рокфеллер. Именно в создании такого центрального банка и заключался секретный план Моргана. 1910 год. Маленький остров Джекилл в Атлантическом океане. Встреча в одном из конференц-залов небольшого отеля. Мы обязались пребывать поодиночке и как можно незаметней. Оказавшись внутри, мы обращались друг к другу только по именам. Бен, Пауль, Нельсон. В течение недели мы были полностью изолированы от внешнего мира. Не пользовались телефоном и телеграфом. Что это? Описание встречи законспирированных разведчиков? Сходка представителей мафиозных кланов? Масоны? Религиозные фанатики? Нет. Этими словами один из участников описывал тайное совещание, на котором было принято окончательное решение о создании Федеральной резервной системы. Когда банкиры добирались до острова Джекилл, как в хорошем детективном романе, использовали и псевдонимы, и, так сказать, отказались даже от своей прислуги. Были использованы все методы сокрытия, так сказать, тайны для того, чтобы это совещание осталось неизвестным. Результатом переговоров стала концепция полностью частного центрального банка с минимальным вмешательством государства. Ее представил Конгрессу США сенатор Нельсон Олдрич, один из участников секретной встречи на острове Джекилл, близкий друг Моргана и зять Рокфеллера. Но зачем было отдавать эмиссию в руки частных банков? Для изменения финансовой модели страны был нужен повод. И именно таким поводом стала паника 1907 года. Эксперты полагают, она была создана искусственно при участии того самого банкира Моргана. Был избран Кникербокер Трастбанк, в отношении которого поползли слухи, что якобы он не в состоянии, так сказать, расплачиваться со своими кредиторами. Паника мгновенно возымела действие. Народ кинулся снимать свои вклады. Вот в этот момент Морган выступил в качестве якобы спасителя,
так сказать, оказал финансовую помощь в размере 25 миллионов долларов. Америка смогла выйти из этого кризиса, и это было достаточно сильным аргументом в пользу того, что Морган и те банки, которые поддерживали, начали претендовать на то, чтобы не только в кризисной ситуации, а вообще руководить финансовой системой Соединенных Штатов. С 1913 года валютой Соединенных Штатов владеет и управляет частная корпорация международных банкиров, известная как Федеральная резервная система. Группа печатает доллары и одалживает их казначейству Соединенных Штатов. Затем американские налогоплательщики платят проценты банкирам Федерального резерва за право пользоваться их деньгами. Таким образом, владельцы Федерального резерва могут печатать столько денег, сколько хотят, и тайно отдавать их тому, кому хотят, без всякого надзора или вмешательства со стороны правительства Соединенных Штатов. В 2011 году впервые за столетнюю историю в Федеральной резервной системе была проведена независимая аудиторская проверка. Ее результаты стали шоком для американского общества. Говорят о том, что было выдано кредитов почти беспроцентных на 16 триллионов долларов. Где-то в период 2007-2010 года. Вдумайтесь, 16 триллионов, которые были выданы, которые были переведены Федеральной резервной системы за пределы Соединенных Штатов Америки без контроля с кем бы то ни было, только на поддержку финансовых институтов. Вот так сегодня работает, как говорится, финансовая закулисье, вот так работают банкирские дома, которые в прямом смысле слова печатают деньги из воздуха. 16 триллионов долларов. Для сравнения, примерно такую же сумму составляет весь национальный долг правительства Соединенных Штатов за 200-летнюю историю. А ведь это самый большой долг в мире. На сегодняшний день валовой внутренний продукт, который производит Соединенные Штаты Америки, составляет 16,5 триллионов долларов. Деньги получали банки, руководители которых являются акционерами Федеральной резервной системы. Круг таким образом замкнулся. Список банков, которые получили эти гигантские деньги, он известен. Это и Bank of America, это и Citi, это JP Morgan, это Barclays. Ну, это примерно как спросить, какова схема воровства? Ну, бывает там, один говорит, я просто тихо вытаскиваю из кармана, а другой говорит, я взламываю квартиру и забираю нужные мне вещи. Но если крупнейшие банки, подконтрольные кланам Рокфеллеров и Ротшильдов, получили такие мощные вливания, почему же у них столько финансовых проблем? Декабрь 2013-го. В отношении банка JP Morgan установлен 2-летний испытательный срок, в течение которого банк обязуется сотрудничать с органами следствия. Вынужденные меры позволили финансистам уйти от уголовного преследования за содействие в афере Мэддофа. Классическая финансовая пирамида, которую мы все знаем. Там у нас был там Гермес такой, соответственно, МММ такой. В чем смысл? Ну, Мэддоф — это банкир. Вот, он собирал денежные средства у своих клиентов и компенсировал, никуда их не вкладывал, и, соответственно, выплачивал прибыль своим предыдущим инвесторам из денежных средств тех, которых пришли. Крышей его был JP Morgan, ну, крышей, да, то есть, и он его тоже, ну, как сказать, с удовольствием участвовал в его этих махинациях, использовал их в своих каких-то других целях. А опять же, в момент X, нужный момент, просто сделал шаг назад, сказал, вот ручки, вот они, я тут при чем? Я же банк, солидный, известный на весь мир. А это какой-то аферист, да, вы знаете? Ну, знаю, к сожалению, я такой же потерпевший, как все остальные. Вот и все. Все счета Мэддофа находились в банке JP Morgan. И вскоре после назначения санкций среди сотрудников банка начались самоубийства. У JP Morgan сейчас очень большие проблемы. Проблемы экономического характера. Если их начнут копать, я думаю, что там вылезут проблемы криминального характера. Поэтому вопрос в устранении лишних свидетелей, да, он стоит остро. Дело Мэддофа вовсе не единственная неприятность банка. Тогда же, в декабре 2013 года, несколько сотрудников JP Morgan признались, что их банк занижает цены на золото. Сегодня идет очень активная атака на снижение цены на золото. Насколько мне известно, там JP Morgan и компании, JP Morgan был главный игрок на этом рынке.
Вскоре финансовый мир был потрясен новостью. Deutsche Bank заявил об отказе от участия в золотом фиксинге. Так в финансовом мире называют ежедневную процедуру установления цен на золото. Они испугались, что начнется расследование и что будут выявлены злоупотребления Deutsche Bank. А Deutsche Bank и так в последнее время не успевает платить штрафы. Причем штрафы миллиардные. Манипуляции с валютными курсами, манипуляции со ставками LIBOR, а сейчас еще манипуляции с ценами золотого фиксинга. Deutsche Bank – часть империи Ротшильдов. Неизменно входил в пятерку банков, определяющих стоимость золота. И вот в январе 2014 года начинается расследование махинаций с ценами. За этим следует самоубийство топ-менеджера Deutsche Bank Уильяма Броксмита. Известно, что Броксмит был связан с Гэбриэлем Мэгги, техническим гуру J.P. Morgan, который вскоре спрыгнул с 33-го этажа. По одной из версий, оба они через компьютерные сети банка незаконно манипулировали ценами на золото. Он стал свидетелем подготовки соответствующих программ, которые позволяли определенным образом проводить незаконные финансовые операции между банком J.P. Morgan, насколько это известно из той информации, которая есть в доступном варианте, и европейскими банками. Нужно понимать, что 95% мировых денег сейчас внутри компьютеров, и реальный контроль за ними находится в руках этих молодых финансовых компьютерных экспертов. И если люди умирают, за этим стоят финансовые преступления. Кто же следующий в черном списке банкиров? Ждать ли нам краха существующей финансовой системы? И чем закончится ее противостояние с белым драконом? Удастся ли тайному обществу вытащить золото из американских банковских подвалов? В октябре 2009 года правительство Китая приобрело на международном рынке небольшую партию золота. Когда оплаченный 15-килограммовый груз пришел, решено было провести тесты для гарантии чистоты и веса слитков. В них просверлили маленькие дырочки и металл подвергли анализу. Проверка показала. Драгоценные слитки оказались болванками из вольфрама, покрытыми тонким слоем золота. При этом слитки имели регистрационный номер Форта Нокс, главного хранилища золотого запаса США. Эксперты полагают, еще в 60-е годы было произведено порядка 1,5 миллионов подобных фальшивок из вольфрама. Часть из них отправлена на хранение, а часть выброшена на мировой рынок. Сегодня в Форт Ноксе действительно золота нету. Золота нету, в лучшем случае там есть просто вольфрамовые болванки. А реальное золото, оно куда-то ушло. Вот куда оно ушло, это тоже большой вопрос. Одни считают, что золото было разворовано еще во времена Великой депрессии. Другие, что втайне поделено между богатыми американскими кланами. Но многие считают, что сегодня это уже не важно. 11 миллиардов долларов – такова, по официальным данным, стоимость всего американского золота. В доле общих активов Федерального резерва это всего 0,2%. То есть из 1000 напечатанных долларов золотом обеспечены всего 2. И где хранится это золото, неизвестно. Вот тот механизм, который нашла Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки, она, как вы понимаете, вот это печатание денег, ну, в принципе, если сегодня Федеральная резервная система очень захочет, она может скупить столько золота, сколько захочет. Золотое обеспечение доллара достаточно маленькое, совершенно не соответствует количество долларовых бумажек, которые ходят по миру, и по существу хождение доллара исключительно основано на мощи США как экономической державы, как политической и военной державы. С ними никто не хочет спорить. По оценкам экспертов, рынок товаров и услуг составляет сегодня 5 или 10% от общего объема современной экономики. Все остальное – бумаги, акции, облигации, ценные бумаги, подкрепленные другими ценными бумагами. И вершина всей этой виртуальной пирамиды – всевозможные долговые обязательства. Вот что заставляет экономику как бы двигаться. Всех загнать как бы всех в долговую яму. Вот загнав в долговую яму и создать вот этот стимул для того, чтобы экономика развивалась. Расплатиться по долгам.
Сегодня благосостояние определяется не способностью зарабатывать, а близостью к печатному станку. А банкиров называют банкстерами по аналогии с гангстерами. Всем хорошо известно, именно они делают состояние во времена финансовых кризисов. И не с этим ли связано появление черного списка банкиров, жить которым осталось считанные недели? Это есть тоже форма борьбы с банкирским сообществом. Ага, ребята, вот смотрите, есть какая-то программа по вашей ликвидации. Вот не думайте, что вам хорошо жить. И это, ну, тоже, если хотите, разновидность сегодня вот этой вот демонизации банкирского сообщества. Ага, наконец-то до вас добрались, наконец-то и на вас управа нашлась, наконец-то и вы страдаете. Вот, раньше вы всех заставили страдать, и сейчас многие страдают по вашей вине. Ну вот и вы пострадаете. Дельцы современного финансового мира загнаны в тупик. Сколько еще продлится власть печатного станка? И сколько времени владельцы банкирских домов смогут удерживать равновесие, пока в поединке с тайным правительством перевес на стороне Белого дракона? Секретное азиатское общество одержало победу в судебном деле против Федеральной резервной системы Соединенных Штатов. Там пролито огромное количество крови было. Федеральная резервная система проиграла иск Dragon Family. Об этом широко, конечно, нигде не сообщалось. Но сумма иска превышала 1 триллион долларов. Довести дело до конца было непросто. Официальному уполномоченному Белого дракона Нилу Киннону угрожали. Его шантажировали и пытались подкупить. Человек из Объединенных Наций пришел к нему и сказал: «Мы дадим вам 100 миллионов долларов, если вы забудете об этом деле». Он посчитал, что это хорошая идея. Но Нил Киннон и люди, которые помогали ему, сказали «нет». Азиатское золото было возвращено законным владельцам. Таково решение суда. Но пойдет ли на это Федеральная резервная система? Ведь этот шаг может обрушить курс доллара. И так называемые «зелененькие» могут за одну ночь превратиться в обычную нарезанную бумагу. Допустить это тайное мировое правительство не может. А значит, война миров будет продолжена.